В зале собрались люди, которые рассчитывают, что их бизнес будет работать как часы. В 21 веке успех любого предприятия во многом зависит от качества связи. И сейчас даже у самых крупных корпораций появилась возможность действовать как единый слаженный механизм. О том, как достичь такого эффекта, специалисты компании «Мегафон» рассказали своим корпоративным клиентам в рамках так называемого «бизнес-завтрака». Мероприятие в таком формате представители компании проводят уже более года. Уверены, что открытое общение с клиентом – залог продуктивной работы. Ключевым является то, что мы сейчас не идем к клиенту с базовыми тарифными предложениями. Мы изначально узнаем, что нужно клиенту, и потом уже под клиента готовим индивидуальное предложение. Представитель компании задает вопрос, что для клиентов является приоритетным в работе связи. Ответ очевиден – качество. За последние 3 года зона покрытия мобильной сети 4-го поколения или 4G значительно выросла и сейчас охватывает 80 городов Московской области. На этом компания останавливаться не планирует. В 2014 году мы запустили новую технологию LTE Advanced, где скорость достигает до 300 мегабит в секунду. И на сегодняшний день более 80 городов области имеют такую. На бизнес-завтраке специалисты компании представили сервисы, которые должны оценить крупные корпорации. Контроль кадров при помощи мобильной связи для бдительных начальников. Бесплатный номер 8800 для тех, кто желает привлечь новых клиентов. Виртуальная автоматическая телефонная станция для бизнесменов, которые хотят, чтобы качество связи для каждого сотрудника их корпорации было одинаково высоким. Не должно быть такого, что офисные телефоны – это офисные телефоны, мобильная телефония как-то отдельно, да. Мы говорим о том, что надо делать некую конверсию, все это объединять, все это настраивать, и чтобы все это целостно работало. Участие в бизнес-завтраке приняли представители более 20 организаций. Некоторые из них являются клиентами «Мегафон» около 10 лет. Начинали как пользователи мобильной сети, ну а теперь внедряют новые технологии в свое предприятие. Знаете, качество связи? А в последнее время и очень конкурентное предложение по цене, естественно. И у меня нет проблем с компанией «Мегафон», как и в части разговорной речи, как и в части интернета, как и в части обслуживания. Заинтересовали технические возможности, новые технические возможности нашей компании, связанные с улучшением качества покрытия сети. Такие встречи с клиентами компания «Мегафон» планирует проводить регулярно. Все-таки открытое общение иногда продуктивнее, чем разговор по телефону или переписка в интернете, пусть и на самой высокой скорости связи. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».